Демобилизованы. Выпускники образовательной программы «Будущее белой металлургии» вернулись с военной службы. Долг родине они отдавали в воинской части в поселке Горный Щит, подшефной группе ЧТПЗ. Теперь молодые люди станут сотрудниками Первоуральского новотрубного завода. Сегодня у нас 24 мужчины пришли из вооруженных сил. И мы, конечно же, рады всех видеть ребят непосредственно уже на Первоуральском новотрубном заводе в не качестве студентов, не в качестве практикантов, а в качестве наших сотрудников, наших коллег, а единой команды, единой семьи, которая находится здесь. Служба в подшефной воинской части в поселке Горный Щит – одна из особенностей программы «Будущее белой металлургии». Студенты после завершения обучения отправляются в воинскую часть, в которой группа ЧТПЗ создала условия для комфортной службы. Там обустроен современный спортивный зал, новые казармы, библиотека. Службу выпускников в армии весь год курируют наставники с Первоуральского новотрубного завода. Демобилизованных молодых людей сегодня привезли в образовательный центр ПНТЗ, где их встретили родственники и сотрудники предприятия. Выпускникам вручили путевки на Первоуральский новотрубный завод и ознакомили со списком вакансий в цехах белой металлургии. У меня сейчас планы, дня два максимум отдохнуть, дальнейшее уже сразу же идти устраиваться на работу. Я собираюсь идти работать на завод 23-й.